В видео показан маршрут движения авто из центра города до выезда на международную трассу М01. Трасса Киев-Чернигов граница с Беларусью в сторону Гомеля обходит город Чернигов с западной стороны. Местные жители предпочитают выезжать на М01 именно по этому маршруту в южном направлении. Съемка была примерно в час дня, и солнце было в зените при движении на юг. Поэтому на стекле видны все разводы и грязные пятна пыли в солнечных бликах. Это самое неудачное время съемки. Дороги снимают в утренние и вечерние часы, когда солнце светит в спину. Тогда картинка получается четкой и чистой. Но выбора не было, и пришлось снимать самое неподходящее время дня. Но для водителей, которые впервые будут ехать по этой дороге, здесь достаточно различимое видеоизображение.